Всем приветики. Хотел бы показать вам, как очистить пистолет монтажной пены. Ну, вернее, трубочку вот эту вот. Она у меня была закрыта, ну, засохшая. Я, получается, запенил, и оно засохло. Дальше я просто начал тянуть кусочек, он отломался. Ну, и здесь то же самое. Просто тянем, оно ломается, все. Причем оно легко так отстает, если посмотреть. Можно видеть, что тут прям такое гладенькое. А все остальное вокруг такое пористое. И вот оно легко отстает, все отстало. И по сути, вон здесь уже отверстие есть, через которое все видно. И можно пенить. Здесь можно снять. Вот мы снимаем. Вот он сам пистолет, там пусто. Потому что когда... Внутри там какая-то жидкость, которая, когда вытекает, становится пеной. В принципе, оно, когда вытекло, стало пеной и на конце засохло. Вы ждете, когда оно полностью засохнет, отламываете вот таким вот образом. А дальше можно снять вот эту трубочку. И вот если там есть что-то, что засохло, то прочистить как бы отверточкой, например. У меня отверточка как раз по размеру. Вот засунуть. Да, и прочистить, в принципе. Вот. Ну, то есть освободить проход, чтобы потом, когда вы будете снова пенить, чтобы, ну, там что, даже подзасохла пена какая-то уже твердая, чтобы, когда вы снова будете пенить, эта жидкость смогла вытекать и снова превращаться в пену. Ну, таким вот образом, с одной стороны, отвертка уже прошла, освободив пространство, вон оно. И с другой стороны, здесь тоже подзасохло. Тоже можно, вон видно оно. Толкаем, вон оно идет, как клеенка все равно. Ну, возможно, какая-то проволочка понадобится. Но видно, что здесь уже стало чистое, вон оно. Ну, лучше в перчатках, потому что вот прилипает к рукам. И потом руки от пены тяжело очищаются, вон оно. Очистилось, здесь видно уже все чистенькое. Только здесь оно вот остановилось. Нужно какой-то проволочкой, ну, либо отверткой подлиннее. Лучше, конечно же, проволочкой, потому что ее не жалко будет. С отверткой вон что становится. Она вся пеной покрывается. Ее, естественно, тоже потом придется отколупывать. Но, в принципе, для отвертки не страшно. Она также будет желено. Когда вы будете откручивать болтики, железная часть, она все равно здесь остается таким плюсиком и, в принципе, без проблем сможет откручивать. Вот. Ну, а мы берем отвертку подлиннее. Я думал, взял эту, но она слишком тоненькая, взял потолще. Ну, это отвертка потолще. Можно все это протолкнуть. Кстати, она не сильно-то и хочет проталкиваться. Там как будто бы что-то мешает. Ну, в общем, таким вот образом прочищаете трубочку, если у вас нет новой. Ну, конечно, проще было бы новую. Ну, в принципе, и это можно тоже еще раз использовать, если просто зачистить ее хорошенько. Ну вот, собственно, и все. Я пока паузу ставил, очистил трубочку. Вон она, видно, идет туда. Он отсюда идет туда. Правда, здесь не очень видно. Так, если глянуть, то, в принципе, вот здесь он видно уже чисто идет он вглубь. Вот здесь вот просто по кругу такое беленькое, но внутри чистое. Вон оно. И здесь тоже вон видно внутри чистое. И здесь тоже внутри чистая. Но это уже так. Крошечки. Вон оно вдаль уходит. И, в принципе, чистая трубочка. Правда, вы когда... Ну и все, можно одевать, в принципе. Обратно. И все, и пользоваться.
он уже начинает и надеваю, но надавливается на пистолет, начинает выпрыскиваться. Это не очень, кстати. Нам не надо, чтобы оно выпрыскивалось сейчас. Ну и все, вот он снова готов к использованию. Хотя, мне кажется, он уже успел надавиться, не? Не, еще не успел. Вот, ну и все, в принципе, таким образом можно очистить. Вот то, что было в трубке. Такая вот штука, тоже, кстати, липкая. Оно как бы высыхает там тоже, вот это все, и становится такое как бы где-то как целлофан, где-то как сухарь такой. Ну и инструмент тоже, которым вы это делаете, немножко грязница, нужно потом будет чем-то протереть. Это вот большая, ну, вернее, тоник, это я это ест, ну как бы сейчас. Начинал вот с этой отвертки, она вообще прям грязная, нужно ее будет сильно очищать. И липкая, кстати. Продолжал вот этой тоненькой. Она так чуть-чуть грязненькая. Потом толстой продолжал, она тоже так, ну так не сильно. И вот это я уже, то, что я, вот эта толстая не дошла до конца, потому что она не до конца. Вот здесь уже вот этой отверткой помогал. Ну, она тоже так не сильно грязная. Самая грязная та, которая самая первая туда. Которую я самая первая туда. Первый прочищал, то есть вот это. Так что лучше это делать в перчатках все. Ну и инструменты потом тоже нужно быть готовым к тому, чтобы их придется протирать. Ну, либо их заранее каким-нибудь маслом смазать, чтобы к ним ничего не прилипало. И тогда можно будет прочищать, и тогда ничего не прилипнет. Вот. Таким вот образом можно очистить трубку монтажной пены. Ну, а на этом все. Всем покедово.